Несмотря на погоду, за окном все-таки лето, а это значит, что пришла пора отпусков. Где предпочитают отдыхать жители Краматорска и чем обоснован такой выбор? В Урзуф, в пансионате. Там трехразовое питание нормальное, жилье нормальное, в пределах всего разумного и цена. Солнечная база – это база Донецкого национального медицинского университета. Я с Донецкого национального медицинского университета уже была не раз. Очень хорошая база. Лес, сосна. Очень хороший воздух. И люди такие, которые создают атмосферу, всегда стараются, чтобы было очень хорошо. Всегда поддерживают чистоту, чтобы было комфортно. Щурово. Почему? Привыкли с детства ездим в Щурово. На море бы поехали. Ну, в Одессу, наверное. А куда сейчас еще поедешь? Или на Азовское, Бердянск? Наверное, Голубые озера. Да, однозначно Голубые однозначно, озера. Однозначно, да. Чем? Все-таки, во-первых, лес рядом, правильно? Во-вторых, как вы ни крутите, мусора там стало больше, но все-таки это не больше единение с дикой природой, скажем так. И это палатки, отдых с палатками для молодых людей, мне кажется, более перспективный, чем просто снять отель, как бы полежать и растолстеть еще больше, скажем так.